Посвящение Игорю Кохановскому. Мой друг. Первый вариант был: мой друг поедет в Магадан. Это был ранний вариант Владимира Семеновича. Мой друг уехал в Магадан. Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для малого, что мол чудак, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. И там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он: не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он. Про то, что в жизни не видал. Про Магадан, про Магадан. Сам собой, с него довольна, с него довольна. Его не будет бить конвой, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан. Уехать с другом заодно и лично дно, и лично дно, и лично дно. Долго, да? Десять часов. Вот так вот музыканты изучают аккорды. Это песня. Она на диске начинается очень неожиданно, поэтому не пугайтесь. Профессии она вам, зарплата на вам. Плевать, что на лед они зубы плюют. Им платят деньжищи, огромные пищи. И даже за проигрыш и за ничью игрок хитер пусть берет на корпус, бьет в зуб ногой и не в зуб ногой. А сам в итоге калечит ноги и вместо клюшки идет с клювой. Профессии она вам отчаянным малым. Игра лотерея, кому повезет. Играют с партнером, как быть с матадором. Хоть кажется принято, наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой. И ладно, черт с ним, пускай лежит. Не облажай бы, Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит. Профессии она вам, судья криминалом, ни бокс не считает, ни злой мордовой. И с ними лет 20, кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной. Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк. И их оружием
теперь не хуже, их бьют там уже на скоростях. Прописи аналы в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, а их представитель, хотите, спросите. Недавно Зафирлин был две полосы, сперва распластан, а после пластырь, а их не пастор. Ну как назло, он перед